грязно-ржавое небо, расставленные в строгом порядке жилые параллелепипеды, бьющие взгляд заводские трубы. Первое, что бросается в глаза посетителей выставки работ Михаила Звягина 1960-х годов. Его утро – наши сумерки, его река – сточные воды, его люди – угольные кляксы. Изображение эпохи 60-х художникам-реалистам не могло быть иным. Пессимизм отличает не его стиль, а объект творчества. Звягин не стремился рассказать о событиях, описать места или персонажей. Нет. Его работы прежде всего создают настроение того времени, царящее как на улице, так и в умах советских граждан. Между бесчисленными верфями и градирнями выглядывает бледная луна. Занежье, закат, картина, выбивающаяся из смысловой канвы выставки. Вместо черного силуэта белая рубаха. Вместо панельных многоэтажек деревянные срубы. Небо яркое, алое, не затянутое смольной пеленой. Надежда так метафорично и лаконично назвала бы я эту картину. Там, за фабриками, за железобетонными мостами, за мрачными хрущевками, есть местечко в Заонежье, где естественность давлеет на чуждый человеческому духу фальшью города.